В чем СССР отставал от США и Западной Европы на 50 лет? В СССР не было собственного производства пишущих машин. Чем же Советский Союз ответил Западу? Наши люди привозили пишущие машины из Германии, Соединенных Штатов, но была одна проблема. Привезенные машинки писали латиницей, и наши люди делали следующее действие. Они перепаивали литеры на кириллицу. Однако, неожиданно для всех, в 1929 году выяснилось, что в Башкирии местные умельцы наладили серийное производство пишущих машин, но не с кириллицей, а с тюркским алфавитом.